Стань инструктором. Кто у вас карты батальона? Валерий Евгеньевич, тогда еще полковник, готовит гвардейскую 56-ю десантную штурмовую бригаду к операции «Магистраль». Спешится и с рубежа Кваш, выдвигаясь по господствующим высотам, овладеть рубежом. «Магистраль» была последней крупной операцией ограниченного контингента советских войск в Афганистане. В районе Кишлак-Асин, да, что наблюдаете? Да. 601. Огонь! Мятежники открыли стрельбу, и все их огневые точки артиллерия разнесла в клочья. Потом высадили настоящий десант прямо у города Хоста. Гвардейцы штурмом взяли все господствующие высоты. Разгромили крупнейшую базу мятежников Джавара, в переводе с афганского «Волчья яма». В горах обнаружили более 100 складов с оружием и боеприпасами. Через несколько лет подобные кадры уже будут снимать в России. Они станут привычными в репортажах с Кавказа.
Ну и вот это вот тоже интересно. Гвардейцы в Афганистане о будущих войнах, конечно, не думали. Тогда десантники тысячами извлекали из коризов и пещер реактивные снаряды, мины, гранатометные выстрелы. Виктор, чем нас ждет? Да, красный не будет. Вот. Я накрою. Так. Ногу только жжет. Сейчас еще чуть-чуть обезболим баралгинчиком. Жидкости хватит? Но осторожнее надо было. Нельзя. Осталось до выхода 2 недели. Так. Ну давай. Это убитый, да? Так точно. Убитых сколько? 12. Ну вот сюда выйти. Почему? Потому что Тагикала здесь только пост, только пост. А просвечивание, вот они просвечивают вот отсюда. И фактически здесь. Значит, давай сегодня ночью. Сейчас броня днем уйдет, часть личного состава уйдет. Остальных спрячешь и ночью выйдешь вот сюда. Вот на этот участок. Да, точно. Есть лишь... Сегодня ночью они пойдут. Те, кто вот не добил в этой засаде, сегодня ночью пойдут обязательно. Им пройти нужно в Кабул. Так точно. Все. В целом работаешь неплохо. Потери. Потери нам не нужны. Права у нас такого нет. Особенно перед выходом. Спасибо за службу, за отношение к делу. Дальнейших успехов, боевых удач. Вернуться домой. Пожалуйста. Служу Советскому Союзу. Спасибо. Медалью за боевые... Кто знает такой человек? Вышел, нет? Все вышли. Только дома, наверное. Вау, ну ладно, ну что ты.